Сережа Куракулова, многие сидящие здесь его знают. Это шеф шахматного клуба и шахматного бортклуба на Полянке. Не рвусь за грань, за край. Комфортнее в привычном, комфортнее в обычном. По мне не плачет рай. Не сталкер я в неоднозначном прошлом. Среди его обломков и обрывков, и в его пыли оно бывало и чудесным, и обыденным, и пошлым, постыдным, вплоть до тошноты, как Ниюли. Проза. Что-то за душу очень берет, что-то очень активно не нравится. То надежда, что Бог не умрет, то и экзистенциальная задница. Жажда ноябрьской среды после вчерашнего выступления в клубе «Алиби» с Михаилом Воловляковым. Еще не покатились годы, словно грязный снежный ком, и все длиннее прошлое, и будущее все короче. И больше знаков вопросительных и многоточий, и продолжает осоваться что-то между строчек, и кажется, что не был полным мудаком. Мечтать, как соловей о розе, как наркоман о дозе, то и другое сочетать. Living through the life. Живя сквозь жизнь, но на самом деле живя нормальной человеческой жизнью. Мягко стелят, жестко спать. Что-то в этом есть хорошее. Что в подкорке зря копать? Не принцесса на горошине. Ольги Гулинкиной, я думаю, многие знают эту замечательную поэтессу. Погода шепчет, нет, я не впадаю в транс. От холода, бесснежья, пыли. И ангелы про нас забыли. Какой-то декаданс. Гораздо позже. Доиграю я в свои взрослые игры. И останутся без меня, скучая, птица рух, саблезубые тигры, полглотка недопитого чая. Неравнодушным остаюсь к словам. И память не трещит по швам. Не участились дежавю. Так век свой доживу. Из пешек не стремлюсь ферзия. И жить мне и стареть не в лом, пока еще не прямо за углом. Деменция, амнезия. В Иерусалим. Не все сбылось, о чем мечтал. Так и должно быть. Благодарен Саше Любинскому за то, что тоже помнит наше, за Рильке, что благодаря ему впервые прочитал. Саша Любинский — это наш друг, который просто нам показал свой Иерусалим в свое время. Самим себя из прошлого мы в будущее тащим, не успевая примириться с настоящим, сиюминутным, приходящим. Перечитывая женскую сексологию профессора Свяночкина. У прошлого прощения не прошу. Его привычно и неспешно ворошу. Я как старьевщик. Остаюсь самим собой. С фригидной больше не режусь судьбой. На бытие с небытием смотреть давно по-философски чусь, от бытия по-скромному тащусь, моя еще не повзрослела смерть. С легкой грустью. Что будущее по-пустому теребить? Не выйдет месяц из тумана, не вынет ножик из кармана. Он не похож на наркомана, давно успел на все. Правильно, забить. Бывает жизнь похожа на лубок, бывает, правда, еще прикольнее. И мне давно уже с высокой колокольни плевать на то, что не антропоморфен Бог.
И как всегда, из декабрьского этого года. Не только о Германе Гессе. Спасибо. Спасибо. Пока еще хватает слов. Не разучился я to write. И вспоминаю группу Steppenwolf, Born to be Wild и Magic Carpet Ride. Нет, я не садху и не гуру. Нет, не хочу всего и сразу. И сохраняю стройную фигуру, одновременно не утратив разум. И последнее, а не крайнее, как меня тут несколько раз управляют. Это вообще матросское выражение, говорить крайнее, не последнее. Ничто на этом нашем белом свете не случайно. Какой персоной бы я ни был эксцентричной, поэзия моя не перестанет очень личной быть и пронзительно печальной. И печально пронзительный. Печально. Заразительно?